данный момент времени мы продолжаем пребывать в той среде, где продолжается спецоперация. СПО. Наша котельня — стратегический объект, поэтому мы будем обкладывать сейчас ее хвойно-зелеными маскировочным материалом, и Леонардо Йонович будет производить холостой отстрел. Диверсанты уходят на задание. Медленно, но уверенно. Снимай! Кстати, АК-47 деревянного изделия, в воде не тонет, но правда в огне горит. Патроны прилагаются.